Друзья, всем привет! Канал 1, 2, 3, 4, 5. Вышел зайчик погулять. Канал обо всем. Добрался я до своих игрушек. Я их законсервировал немножко. Отложил в долгий ящик. У меня просили вот эту игрушку. Видите, сейчас мы его посмотрим внимательно. Чтобы люди могли насладиться, посмотреть, понять, нужна ли им эта игрушка. Ну вот наш Витязь, он довольно-таки, скажем, нескромный, большой. Вот здесь проблемы бывают у этих стеклянных игрушек, как и у фарфоровых статуэток, ранних карболитовых камер советских. Они иногда выходят из строя, ломаются, разбиваются и рассыпаются в руках. Был такой случай. Карболитовая камера, малютка, по-моему, была куплена за хорошие деньги, в идеальном состоянии. Распаковали, посылку взяли в руки, а он через некоторое время в руках рассыпался. Из-за чего же это происходит? Потому что вещи старые, скажем так. И присутствует в материале, будь то пластик, будь то стекло или фарфор, присутствует напряжение материала. Вот. А сейчас я показываю трубку стеклянную, за которой присоединяется прищепка. И она вот в таком вертикальном положении, головой вверх, должна находиться на елке. А елочная игрушка в хорошем состоянии. Ну, скажем, почти идеальное состояние для своего возраста. Вот, ни сколов. Ну, вот трубку я вам показываю. Ни сколов, ни трещин не наблюдается. Естественно, мы ее упакуем и отправим. А у нас много разных елочных игрушек. Вот. Я не сторонник того, чтобы отправлять елочные игрушки в другие города. Редко-редко. По одной простой причине. Упаковка может не понравиться. Это первое. Второе, значит, может быть, сбоем прийти. Ведь я за дорогу не отвечаю. За транспортные компании, за почту я же не отвечаю. А здесь человек может прийти, посмотреть, оценить состояние и выбрать. Оценить вживую, то есть потрогать своими руками. Вот, и выбрать. Ну, друзья, давайте мы еще немножко увеличим. Вот он не увеличивается, к сожалению. Вот, трубка вот в таком состоянии. Друзья, напомню, что мы находимся на канале 1, 2, 3, 4, 5, вышел зайчик погулять. Канал обо всем. Подписывайтесь, друзья, на этот канал. Будьте на нем. Сердечная благодарность людям, которые подписались. Поддерживают канал. Берегите себя, своих близких. Не болейте, друзья. Ну, узкоглазый, на татарина похож. Да. Берегите себя, своих близких. И до новых встреч на канале. Спасибо всем, до свидания.